Sanatçı Kuzma İrfan Sekira. Наша гордость. Это финалистка телевизионного проекта «Голос», которая завоевала признание и любовь многомиллионной аудитории зрителей. Дорогие друзья, для вас поет заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина.
программу продолжает ансамбль танца «Казань». Художественный руководитель, заслуженная артистка Татарстана Чулпан Закирова. «Синий туман». Дорогие друзья, совсем скоро в Казань на Всемирную универсиаду, праздник молодежи, соберутся спортсмены, туристы, гости со всего мира. Кадыр дослар, инде шинанда, белгенегыща, ишеткенегыща, пизден в Казан урамнарында универсиада байрағы жилтірден. Яшлерінен күмір көтеренкілігі, ихлас елмайлары, жәйнің рәхимлі қияшына ұшылып, барлық дүниесі.
дөньяға таралар. И тот мост дружбы, что царит сегодня над Россией, волшебное семицветие отразится в Волжских водах, выльется бурным радужным потоком на широкие казанские проспекты, озарит улыбкою лица горожан. Yeah.
И народная песня «Эль-Мелик».
Ayasova. Topla yüreğini. Sensiz misin gidem canım bana nazaran Gözler karap sen gel misin gidem varam Gözler ödek ödegeme sükür misin Gider Allah'ım çabuk bir göz misin На нашу концертную программу продолжает ансамбль танца «Казань». Субуэнда кишке уйон. Thank you.
Yeah.
Заслуженная артистка России и Татарстана, главный продюсер проекта Мосдружбы Москва-Уфа-Казань Наиля Фатехова. Yeah!
Leyla Fatihova. Biz de rahmetimizle. Şimdi benimle sizi yaratan rahmet. Bayram bilen. Rahmet, rahmet. Hazır sahnaya Rossiya ve Tatarstan'ın halk artisti Rinat İbrahimov'u çağırırız. Tatar halk diye jımba. Thank you.
Ростовский. Дина Галитова. Александр Градский. Дина Галитова и Александр Градский. Александр Борисович, еще раз огромное вам спасибо. Благодарим вас. Александр Борисович, вы теперь наш Татарский. Спасибо большое. А у нас для вас, дорогие друзья, есть еще один сюрприз. Итак, дорогие друзья, на сцене Кремлевского дворца премьера клипа «Евровидение 2013» с участием Дины Гариповой. Большое спасибо. Бекку Брахмет, Диночка, я хочу тебе вот такой стишок сказать. Я немножко пришел, я рад белевее. Ты терен там урлардан барадар, ярларан. Нет, не звездой хочу я вас назвать, которая далека и светит только ночью, а солнышком земным, что может излучать тепло и свет в сердца наши и очи. Саша Градский, ты теперь татарин, понял? Вот. Так что за 300 лет-то мы растворились. Вот. Спасибо, Саша, что звезды зажигают, сгорая сам, светишь другим. Однажды меня спросили: Нурулла, ты из России? Я сказал: нет. Все возмутились. А кто же? Я говорю: Россия во мне, с моей маленькой родиной, Татарстан. Спасибо большое. Еще раз аплодисменты Дине Гариповой. Сахнада Татарстанның халык артисты Рустам Валиев. Thank you.
Гришан Токматуллин. Здравствуйте. Я буквально минуту хочу сказать. Так получилось, что 9 марта умер мой отец, Абдурахман Зинур. Вот. Он был очень большим человеком. А я его похоронила. Ну, Царство Небесное, я понимаю, что это воля Аллаха, я ничего не могу с этим сделать. Сейчас в больнице, в реанимации лежит молодой парень, Ренат Фахреддинов. Он такой же красивый, как и Талишат. У него обнаружили рак, пневмония. Ну, он на грани жизни и смерти. Рамзан Кадыров перечислил 1 миллион рублей. Тина Кандалаки тоже перечислил деньги. Давайте соберемся вместе, поможем этому молодому парню. Надо просто сдать кровь. И, ну, перечислить, ну, по 100 рублей, не так много. Может быть, это поможет ему выжить. Потому что у него есть жена, у него есть друзья, он очень хороший парень, он учитель физкультуры, у него нет денег, чтобы выжить. Давайте поможем ему, хорошо? Поаплодируем, девушки. И пожелаем здоровья, здоровья, еще раз здоровья ее знакомым. Пусть поменьше будет таких бед. Ну что ж, мы продолжаем нашу концертную программу. Сегодня очень много выходило участниц проекта «Голос». И сейчас вновь не исключение, дорогие друзья. Я думаю, что эту участницу вы тоже запомнили. Итак, участница телепроекта «Голос» Иделия Мухамедзянова. Я сбыша.
Oh,
сейчас огромным удовольствием на эту сцену мы пригласим своих московских коллег. Это телеведущие разных федеральных каналов. Я думаю, вы сейчас бурными аплодисментами их встретите. Итак, встречайте. Фарида Курбангалиева, Лилия Гильдеева, Максим Шарафутдинов, Марат Сетиков и, наконец, Дмитрий Нестеров. Коллеги, вам слово. Yeah.
дорогие друзья, встречайте. На сцене заслуженная артистка России и Татарстана Наиля Фатехова и заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров. На баяне заслуженный артист Татарстана Ильдар Салатов. Altın bize gelip düdeteyi başkayım madat aman. Başkayım madat aman abi deyip şayakasın siz gelip gidem haman. Abi deyip şayakasın siz gelip gidem haman. İlk düveteyi düveteyde konu yaş dışı yoldırı. Kızların abi koşarında gelip tatlı yaptırı.
Mumlu tilimiz var, şulay bit. Jırlık desek, jırlan, jır, jırlan, jırımız var. Çünkü bizde gine, bizge gine hos bulan numamız var. Hem indi gururlanık desek, bizden gurur halkımız var. Şulay bir ulaş, biz bay halık, biz gurur halık. Saklayın birbirimizle. Birge yaşayın, birden bulayın, birge tipsin. Bizden yürekler dostlar. Parşalınız. Yaradan çocuğunuz. İldar Hakimov. Народный артист Республики Татарстан Альберт Асадуллин. Татарстан.